Самое долгожданное событие среди студенческой молодежи города Челябинска. Это же, конечно, фестиваль «Весна студенческая» подходит уже к своему завершению. «Весна студенческая» — это фейерверк талантов, молодости и студенческого задора. А также сотни новых друзей, радость общения и, конечно же, талантливые коллективы. Вот один из них у нас в гостях сегодня — лауреаты фестиваля «Весна студенческая» 2018 года. Вокальная группа «Soundflight». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Красивые, яркие, нарядные, замечательные. Во-первых, мы вас поздравляем с победой. Какое место взяли? Мы заняли второе место. Это хорошо? Это отлично. Это отлично. Вообще сложно было или нет? Если честно, нет. Больше было волнение, но когда вышли на сцену, волнение куда-то испарилось, потому что в зале царила абсолютно невероятная атмосфера и поддержка нашего любимого вуза, нашего ЧелГУ, в частности, экономического факультета. Она... очень была важна для нас. И вместе с ним у нас все получилось. И для нас это достойный результат. Мы вас поздравляем с победой. И, пользуясь случаем, хочется ваш талант показать всей Челябинской области. Послушать, так скажем. Правильно? Конечно, да. Дорогие друзья, оставляем студию в распоряжении настоящих профессионалов вокального искусства. Прошу любить и жаловать. Анечка, пойдем. Seems like everybody's got a price. I wanna help sleep at night. When the self comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got a shades in your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that you're paying with love tonight? It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about that. Just change the chain, not about that. Bubbling, bubbling, wanna make the world dance. Браво! В нашей студии, друзья, потрясающие артисты, победители «Весна студенческая 2018», вокальная группа «Soundflight». Слушайте, вообще сегодня Международный день космонавтики, так-то 12 апреля вообще-то. А может быть, вот на заданную тему сможете симпровизировать? Например, «Земля в иллюминаторе», там что-то в этом духе. «Трава у дома», понимаете, как будто это две разные песни. Получится? В принципе, можно попробовать. Да, давайте попробуем. Рок от космодрома. Ура!
погулять захотелось прямо сейчас уже все выйти. Да? Спасибо вам огромное. Творческих успехов, побед. И пусть в вашей жизни случается все самое лучшее. Спасибо огромное.